Сейчас темп чуть сбавится, мы переходим к работе в закрытом гарде. Все согрелись хорошо? Отлично. Одна из таких непопулярных техник в закрытом гарде – Джокер Чоук. Все знакомы с ним? Нет? Поэтому непопулярны. Оттуда на самом деле очень много опций, хороший контроль осанки, постуры. Почему Джокер? Давайте сейчас объясним. Собирайте сюда, посмотрите, работа с отворотом, да? Я беру отворот противоположной рукой, если его левый отворот, я беру своей левой рукой нижнюю часть и посмотрите, как концевиком вверх. Качаю его осанку, даже если он вцепится в нее, постарается снять. Я его туда качну, видим тазом? Используйте хип-памп всегда, когда соперник выпрямляет осанку, да? Туда немножко его, чтобы он опор прав, и потом ломаю осанку к себе. Свободная рука, тыльной частью ладонь, даже вот тут запястье, я кладу ему на затылок, чтобы перехватить большим пальцем вниз, отворот. Выпрямляю осанку, это уже сделать сложно. Почему Джокер? Давайте объясню, видите смайлик? Поэтому Джокер. И еще вот эта вот кривая гримаса в момент удушки. Второй рукой я беру захват лапеллы вот здесь и начинаю, отпускаю эту ручку. Еще раз, пока идет возня, он пытается там сорвать что-то, счистить мои ноги, я достаю лапеллу, передаю ее вот в ручку, в эту осанку его. Пытаясь себе прижать, он будет выпрямляться. Он может даже двумя руками вцепиться, пытаться сорвать. Когда он пытается это сделать, я всегда привстаю. Видите? Дисбалансирую опять. Работаю с балансом. И в следующий момент, как он только уперся, он захочет баланс подать ко мне. Я осанку его ломаю ногами. И второй ручкой. Попробуй сейчас выпрямись. Второй рукой. Видите, вот. Даже если он вместе со мной поднимется, я тут передаю лапеллу. И хватаю вот. Задача, ребят, не кулачком вдавить к нему, а вот эту часть возьмем слишком близко, недостаточно амплитуды будет. Чтобы еще один кулачок был между вашими кулаками. Расстояние вот раз, два. Заводим и лапеллы этой душим. Окей? Кулак должен лечь на противоположный соник уже. Ясно? Пробуем. Раз, два. Кириллы должны пальцем вниз. Вот. И не надо закрывать ее. Стой. Ты вот, в принципе, видишь, ты ее не понимаешь. Ты хочешь побольше затянуть. Тут наоборот должно побольше расстояния оставаться. Теперь бери. Тут прям далеко. Да, вот тут. Прям, смотри, вот чтобы ровно один кулак был для этого. И вот эта рука должна вот это достать. Открой захват. Вот, берешь, локоть отпускаешь теперь. Вот. И теперь чуть ниже еще. Еще чуть ниже. И теперь давай. От тебя рука. Ты выпрямляешь. Вот этой рукой верхней я тяну вот сюда.
и этой толкаю же вон туда. А, ну вот не к себе прижать, да, 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 вот тут будет. Короче, как ножницы. Вот сюда и туда толкает. Эта рука выводит вот, а вторая толкает под нее. Что, девочки, вам нравятся эти мерзости? Очень нравятся. Мы затем пришли. Не обязательно. Сейчас микрофона все равно нет на этом телефоне, поэтому мне достаточно будет выражения лица Вероники. Вот мы наконец-то разобрались, почему Даша не работала, и теперь очень плохой смайлер просто. Я просто Бэтмен. Конечно. Взялся. Улыбки нет. Да. Да, но захват неправильный. Я накрутил кулебяку вот так вот. Возьми. Затяни это. Возьми вот тут и толкай давай. Ребят, пауза. Сюда собираемся. Многие принцип не поняли. Поняли, что что-то там намотать надо, выжать, накрутить. Но все на самом деле проще, чем вы думаете. Садитесь все вот с этой стороны, чтобы именно видели, как я беру. Вот, посмотрите. Четко. Приятный сон перфекциониста, да? Такого, чтобы не было. А вот большинство из вас вот так вот берут, пофигу как. Посмотрите, вот прям лапелла аккуратная. Вот, вот кому вот такая вот улыбка понравится, а? Какой ты Джокер? Чувак, а? Из России. Вот, как вы ручкой сможете или карандашом нарисовать там улыбку на какой-нибудь смайлике, скобка, как выглядит? Вот, видим, как мы передавим. И не надо ее там взял, подожди, сейчас я тебе поправлю кимоно. Вы изначально, когда взяли, передайте вот так вот в свою руку, и все будет хорошо. Не надо наворачивать. Осанку сломали, ребят, вот эту ручку, вот поплотнее. И он будет выпрямлять, естественно, осанку. Вот, сюда я ее. И когда завершаю, ребят, вон туда, я левой рукой вот эта часть лапеллы должна, видим, вон туда, как будто пробить хотим ее. Взяли и вон туда тащим. И в этот же момент еще и затягиваем. Ясно? Если это будет вот так, если у него будет вот так. Это ниндзя чувак. Нет, это не ниндзя чувак. Ковид. Это ковид чувак. Да. Вот. Взяли пониже, чтобы побольше места было. Вон туда. Окей? И тут подгружаем голову. Выдавливаем под руку кулачок. Окей? Раз, два. Видишь, вот это свободное пространство, я вот подвожу к дальнему сонику свой кулак. Ну, то есть это такая же история, как вот эта дзюдошная. Да, ну тут смотри, ты сам контролируешь, ты не можешь выпрямить. Понял? Очень прикольно. Пожестче. Даже если ты будешь сопротивляться, недостаточно вот сюда вот завести, ты хоть надавишь меня, как вот эти вот второй рукой, да, там? Вот. Здесь натягиваю, закрываю. У тебя единственный вариант нырнуть. Да, нырнуть. Только когда ты будешь нырять уже, давай ныряй. Там это получается блок твоим кулаком. Как раз. Новые мерзости в вашей коллекции, Алексей Владимирович. Да, я люблю мерзости. Слышим это. Вот сюда. Как вам такая мерзость? Очень после салатов прям то, что нужно. Пикант.